ми тут бендери і нас будуть бити. От до чого вони дожили. Ось і старші. Підніми. Фамілія, ім'я по батькові. Фамілія, ім'я, отчество. Ярослав Олександр Петрович. Нашу маленьку Україну. Які приїхали, сказали, що ми тут бендери і нас будуть бити. От до чого вони дожили. Ось і старші. Підніми. Фамілія, ім'я по батькові. Фамілія, ім'я, отчество. Ярослав Олександр Петрович. Я уже знала, что был бой, серьезный бой, именно наши, ну, наша часть. И вот ждали информации, в части мне сказали, что все сгорели, собирать нечего. И тут же вот 4 апреля, 4, 5, 6 апреля он представился воин ВСУ Влад. Сначала, ну, с агрессией, конечно, со злостью, там все, я объяснила, что, ну, вот я вот простой человек, мы вот никак и нигде. Потом мы начали с ним, ну, как... Он уже более добро разговаривает, скажем так. И он сказал, что выжил. Выжил, но таким, как он есть, я его не увижу. Я говорю, ну, я его как, ну, мне без разницы, руки, ноги, что там, как, по, ну, какое ранение, я же не понимаю там. Вот, ну, не таким другим, говорю, я готова приехать, я готова все это. Вот, и вот уже с 6 апреля мы последний раз разговаривали, он сказал, что мы отсюда уже уходим, я с вами свяжусь. І розповідали, що їхні сини тут робили на нашій території. Я знаю, що територіальна оборона от, під керівництвом Владислава, вони взяли цих 6 полонених, але далі вони їх передали ЗСУ. Продовження, просто продовження, гляньте. Купони брали, ось дивіться купони, українські купони, ви розумієте? Только батюшка уже сказал в больнице. Мне сказали, какой характер ранения, все. Потом единственное, что когда вытащили трубки, он сказал: Аня, память повреждена. Не может говорить, но Аня же он сказал 1 июня и сказал, что забрали люди в военной форме из больницы. И все, больше информации нет, и все пропало. Тёнин автомат, десантура. Ему позвонили с другого номера, зовут Миша. Он сказал, что он тероборона. Я не очень понимаю, что это. Вот, он сказал, что он тероборона, что наших убили и 15 человек закопали. ФСБ и военная прокуратура. Я должна сама доказать фото, видео, что он жив. У них нет официальной полномочий делать запросы на Украину. Списку в прокуратуре, если я общаюсь с Украиной, то 7 лет. Фамилия, имя по батькове. Фамилия, имя, отчество. Ярослав Александр Петрович. Если это уголовно наказуемо, значит, я сяду, только верните мне мужа, чтобы я его забрала оттуда, а потом пускай я буду сидеть. Пускай, если это... Я просто хочу вернуть своего мужа из плена.